Пошли в рейд 2, они там вот сидят ниже этого рейда. Добрый вечер. Добрый. Когда, бля, прекратится вот эта вот залупа, блядь, с долгими сборами? Какая залупа? С долгими сборами. Когда людей будет больше? Ну, типа, это вообще не варик, нахуй. 8 часов, блядь, поставили. Окей, я зашел даже на 20 минут позже. И сколько после этого еще собирали, блядь, 40? Я успел и яйца почесать, нахуй жопу помыть. Ничего, сейчас... Что сказал? На неделю 10. 10 челиков доберу, заряженных, с опытом, с большим, и будет сбор быстрее намного. И мы пойдем вайпаться на танцоре. Не говори такое. Точка работает на танцоре, которая... который не был. Никто не в курсе, здесь поправили эту точку танцорика, в которой можно стоять и просто лупить босса. Хз. Фьюш, у тебя аук под боком? Слава. Да, фью. Говорю, да, да. А, возьми, пожалуйста, 5 настоек ледяного змея. Я тебе голду отдам. Чё там, Шамика не слышно? Да вот-вот, должен скоро зайти. Ох, бля. Отойду, пока чайник поставлю.
Не суммуньте меня пока, у меня ок не прогрузился. Только что хотел попросить сумму. Кто уходит, Ники, мне скажите? Мы сейчас будем пытаться еще раз пронести его или нет? Да-да-да, сумуньте вон Данжмастера, Мути-Мути, Зул'дана, Трига. Не-не-не, мы возле... Кто а дальше? Сейчас не сможем. У вас ушел Мак Мегалодон. Кто сейчас уходит с рейда? Ники мне назовите. Еще один там полчаса надо было. Так, значит, идите на Нота, убивайте Делик, еженедельный квест. Потом инструктор... Так, а что они в десятке может сделать и все? Еще раз говорю, идите на Нота, убивайте Нота. Изейший босс, просто манекен. Значит, на Разувия и на Готика идите. За полчаса закроете. И время сколько осталось на... 4 минуты. Сколько? 44. Вот, как раз эти три босса закроете. Давайте, вперед. Мага у вас одного нет, Тадиуса по ДПСу не вывозите, падаете, плюс-минус не знаете. Значит, идите, три босса этих убейте. Это... Я это каналом ниже. Или на друида напиши, как босс упадет. Я зайду, накину ИП. И как ролить начнешь, тоже шумани. Хорошо. Так просто, ну ты объясни, как разролить ДП-7 через ИП там или как. Да, да, по ИП ГП. 50 ГП стоит. Так, а мы сейчас падаем или что? Падаем, резаемся, идем на ноту. Падайте, заходите в воду, все падайте, зайдем просто в данж, да и все. Мы этих троих боссов убьем, типа, и все, и любим? Да. Завтра? Да, завтра. Завтра да, приходите. И завтра время мне скажите, во сколько вы будете, чтобы никто не проебался. А что завтра? Да. Сколько время до проноса? Завтра 25 тоже? Ну, а ты как думал? Это хочешь оставить этих боссов или что? Не-не-не, я просто спрашиваю. Ну, конечно. Подтягивайте 17.00 там, ну, то есть как будет, люди сразу соберем. Начинайте просто пораньше подтягиваться. Пять? У кого как получается? В 5, в 6, у кого как получается? Не, а можно именно сказать какое-то время оптимальное, которое именно, знаешь, с какого времени уже желательно подтягиваться? Давайте, чтобы 18.00 все были, мы за 15 минут собрались и пошли. Финес. С этим ЖКД, правильно? Да, с ЖКД. Все, завтра 18.00 по московскому, я на месте. Давайте, да, давайте обратно быстро спекаемся, кто как был. Сейчас быстренько мы закроем этих боссов. Давайте, у нас... Да что, какой режим боя? Что за прикол? А, сейчас я понял. Сейчас этот трэш, который остался вот для Тадиуса, наверное, прибежит сюда. Угу. Я не могу спекнуться в танка. Или релогнись. Три быстро. А лодки, по-моему, убьем?
Ну, у нас кто-то там надо уходить через полчаса, кто-то говорит. Ох ты, ебать, а я здесь. Ёбаный. А это откуда? А у кого там, убейте, все. А. Может, с ним ставьте им выйти? Давай. О, господи, этот, Влад, ты как? Нет его тут. Нету. Тагариус, голос в DC есть? Так, баллада в инсте был. Но я, короче, на боссах буду включаться. Кто-кто? Тагариус. А, хорошо. Так, АФК, вторая патия. Эрдру и Шамик пока что АФК. Я не АФК, я тут здесь захожу, блядь. Пытаюсь понять, куда мне надо заходить, нахуй. Погнали, листаем, пошли. А что там, бафнут, там нечаянно чек. Че, вы трэш начали? Ну да. 10-10 начинаем трэш, заебись. Левый трэш, блядь, берете с правой стороны. Там, нахуй вы угуляете, блядь. Где вы сидеть тут хотите, нахуй, до часа, Баллада, кстати, зайдет? Кто? Баллада. Не знаю. Влад, это у тебя такой голос? Ну да. Ты вообще жестко спать хочешь, наверное, да? Есть немножко. Никого напуливать. На Хаторе. Нужно подойти. Я шучу. На Войда напуливать. Я сегодня в качестве РДД. Слышите, кто про балладу что-то видит? Да, наделось. В чате никто не замечал, ничего не писал. Доза, как ты, не знаю? Ё-моё. Блядь, я шо, ебу, где баллада? Ты сегодня трезвый трошку, да? А то он или стоит рядышком. Не трясим. Да на этом боссе можно в три хила спокойно. Фул ге. А ты на ком? Я помню. На ком я? Но. Ну, Хаторе. Хатор. Это где? Вот, видишь, бешеная сова прыгает. Блять, что там? Рыбка стоит хавать. Фьюдж, сколько я тебе должен? Считаю по 57 за каждый. Ну и там процент Шамик, типа. На за доставку. Я думаю, хватит. А что, у тебя символы там есть какие-нибудь? На друида есть всякие символы? Да какие-то есть, по-моему. На звездный огонь только стоит. Могу тебе дать буйного роста. Звездопада, да, тебе? Звездопада. Давай. Что такое? Хуя себе ты накидал, блядь. Ну чё, я готов это ломать лицо Анубу. Не, баллада это прист. А хулипали нету у нас? Хулипала нету. Два Эршама и Эрдру. Там ДЦшник один есть, но сейчас, короче, Ануба ебанём.
холипалом, не беда, типа, да. Шакит. Крест посовет. Без табак. Спасибо. Залейте побыстрее. Двух жуков сначала. Ну, по ним и играю. С меня забери второго, подаришь. Я вообще думал, они оба на мне. Я там беру сюда. Чё там, через 25 секунд Рой? Он позже будет гораздо. А, он тут же, да, это неправильная херня. Я даже двух танков передамаживаю. Что-то... А, еще Вара передамаживаю и маг. Нормально. 185 на Тагире можно, да. Дал тебе инер. Что-то полезно. Этот Петрел, ты киси? Да. Это опыт танкования хороший? Что добивать? Танков не очень. Я больше по хилам. Аю и Латхиба повыдерживает, если что. Если с Тагариусом и Петрелом этим.
Как там шаман этот, шамик, да, дракан, который? Тяжко? Что-то ты там наговорил много таких. Шамик, шаман. А вроде слабенько. Ну как бы хулипал нужен. Что, я хуй знаю куда. Ну, типа, тем, что у нас есть, хилы. Ко мы не уйдем. Там БУЕшка валяется. Правой кучке. Ну это не боешка, это персоналка. Трэш. Да, игрок, ты ПМКш. Это маги, дайте вкусняшку там залепить. Никому не надо вот эта вот хуйня. Алло. Чё? Вот эта хуйня никому не надо, в мобе валяется. Пушка 213. А, он забери тогда в мобе. Я делал на кого-то. Вообще лут поставьте, может, хуй знает, на трэше. Это. Ну, поебётся и лут нахуй. Я не лутер. Забери, возьми эту пушку нахуй. Да, безмолвный сокрушитель. Тут шамана одного куда-нибудь закинь, другую пачку, чтобы яд он поставил. Если простов нет, можно мне пуху на комбату? Да, к миликам а надо. К танкам. В таком гире комбата бесполезно делать. Абсолютно недамажащие создания. По престу дайте каску и крест, пожалуйста. На стри паладина. Зачем ставится тотем на МП5? Объясните. Все, крест я кину. Моба, который с смерками. Эрче. Игрок поконтролит. Еще и не моту словил. Я тоже. И ты у меня босса забрал. Что я забрал? Воет у меня босса забрал. А. Передам. Это не он, это я. Я ж тоже соло, как и ты, братья. Так что не ссыпь. До любого абсолютно. Игрок, готовься. Бери, уже в контроль бери.
все снимай. Нет. Блять, доза, возьми моба быстрее. Дед. Блять. Снимите берсу, алло. Танк долго не выдержит. Доброе утро, блять. Проснитесь нахуй. Все, блять, упал. Не, блядь, там моб нахуй в ебенях стоял, я. Не надо мне писать по поводу, блядь, снятия берсы с босса, если мой, сука, ебаный выстрел по ней не работает. Так моба же надо убить, чтобы берсу снять. Его контролят. Чё, давай тогда ложиться, блядь, или давайте ману. Блять, престы, вы серьезно, нахуй. Слушай, а там яды, чтобы кто-то еще поснимал. Ну, типа, как бы я не успеваю вот это говно хилить снимать. Оп. Слушай, ну давай я это, давай я посижу на ядах. Все равно от меня ДПС понты. Пускай дамажит, я тогда поснимаю эту хуйню. Яды я поснимаю. Солохом своим. А это. Контрольте, блять, пожалуйста. Контрольте, нахуй. Сейчас я сяду туда, короче, пускай он бьет. Окей, Макс, давай. Ну, это наша проблема, что ты не в нашем ДСе сидел? По-моему, нет. Ну, налево мы пошли. Я тоже часа пол сидел не в вашем ДСе, пока не сказали, что гаргулей там нужно. Сейчас я в Долоран слетаю, починюсь. Я переломал его. Может, хамобот или джипскол, то есть. Да, я улетел уже. Нарния где там? Тут. Лок, дайте шкаф. Поставьте шкаф один из моков быстрее. Красум сказали, блять, еще 2 минуты назад вы телитесь, что-то ждете. Я сниму все, пизду. Пока сейчас объясним, нахуй, мы и так уже, блядь, тут хуй знает сидим сколько. Нарник где там? Да его уж долго нет. Короче, давайте 24, нахуй. Да, поехали.
Да, я тут. Чё говоришь, стал там? А, я понял. Щит, короче, кинуть на неё. Я на ядах посижу. Тут у нее бешенство точно по таймеру? Ну, или как? Нет, или позже. Позже. Позже, где-то на 12 секунд. Моб сразу дохнет. Стоим, господа. ДЦ, сдай гимнаману. Готовим контроль. Вовье не стоим, господа. Снял. Молодец. Играем дальше по боссу. Ну то что, главное, чтобы к стенке справа прижали, чтобы вот этих стелла не заагрить. То у нас много любителей, блядь, падает лишнего. Меняй лут на трэша, чтобы решки падают, блядь, чтобы мне не проебал снизу. Вообще идти на групп луте, просто чтобы все отказывались, да и все от лута нахуй на босса. Станидишь и все. Там сзади. Да как вы цепляете, ёпашу мать, блядь. Блядь. Вот там. Да, еще и мелких зацепили. И этих, блядь, зацепили.
Что эти мелкие бегут? Так пиздато их обходим, но сейчас, когда кто-то доспулит, нахуй. Сука. Ставьте шкаф по фасту, за высоту не выйду. Next Life, это я. Усумунить на Арнию еще, да? Да, на Арнию тоже засунуть. Меня обратно верните, к силам. А, ну плечи падали. У меня это седьмые, они не тут. Если что-нибудь падает танковое, линкуй мне, то я просто не смотрю этот дроп. Блять, Влад, на ФК или что? Я не понимаю нахуй. Пиздец. Кто? Нарния? Да. Просто не подтверждает. Хотя ему сумму уже, блядь, два раза отправлял. Я ему тоже сумму отправлял. Нарния, прими сум, блядь. Да он в Нарнию съебал, че, куда ебали? Он как раз из шкафа должен выйти. Сука. Нарния, блядь, ДК, ты в Дисе? А прикинь, он там в первом рейде сидит и вообще не понимает, блядь, что от него там хотят или не хотят. Он там вообще между плюсом и минусом бегает. А баллада тут, блядь, если баллада в Дисе нахуй меняется, вот и погнали, блядь. Да бог, нет, баллады нет. Заходил вроде. Да я вижу, что он сум принял. Че, давай я тогда посижу на танках, поснимаю яд. Верчи на готовность. И, собственно, поехали. Долго стоим.
окон готовились. Дозы сбили к окон у ворот. А ты сейчас сдохла нахуй. Да, да. Эмульсию разбили. Фугоны разбили. Паутину коконы быстро разбили. Что мы целый квартал закрыли без героев. Тагариус, держи, босс. Вот на во время берсы перед каждым вот этим киком надо прожимать. Быстренько разбили коконы. Ну смотри, у меня прожимок не осталось, сейчас она, наверное, не завалит. Ну сейчас пускай у нее, короче, эта берса начнется или что у нее. Прошел. Не надо, не надо, не надо уже Геру давать. Следующим попали. Что за лут нахуй? Две кожаных головы, заебись. Огонь. Да хуй его знает. Можно на мед. Потеряй меня, вот я тебе привязал, что пойду, пойду гадить, прыгать. Да, давай. Ну, гол крипс-то, пацан. Бывает.
еще два моба. Понимаю. Вон там пишут, спина в мобе лежит. 13-е. Да, это напало на Лару. Саш, поставь рубку, пожалуйста. Тагариус, по этому, по КД сливай сальву в клоуна. Давай, Еру. А что если второй шам будет ставить тотем на хосту для миликов? Заебись было. Я ее проебался в начале случайно, вот сейчас кину на нее. Но он... О, он далеко в агро, забей. Ну я кину, вот, но мне скатилось как раз. Там он фича и фьюдж, это не рвут. Там еще до агро вагон. Ну я имею в виду, что они вот второй, третий. По онлайн.
Он мне тогда говорил, что он не готов каждый день поиграть. Да, сегодня есть настроение, завтра нету. Что-то Нарния опять в сети. У него перса позже тоже, да? Не поэтому. Ну вот, типа, пишет, 2.40 осталось. Залил Уинер, Никита. Я тебе уже залил до полного неси. Не понимаю, почему его даже в оружейке нет. Еще бы сам не понял. Ебануться, 2 кольца нахуй, опять. Да, я в тиси. Что за рухло, блядь? Да. Ты этот мне накинь туда навар. Палеты тухают. Группу поставь.